Сочи принял делегацию Туапсинского района, а также представителей Министерства образования Краснодарского края. Таких семинаров в крае пройдет 11. Они объединяют все школы региона. Сочи выбран как город с большим количеством интересных образовательных проектов. Школ 66. Очень огромная возможность реализации данного движения. И также в городе Сочи есть пилотная школа российского движения школьников. Задача для школьных лидеров – показать, какие проекты уже реализованы. Проект мы представляем следующий. «Письма из Сочи». Он направлен на поднятие патриотизма в нашем городе и в целом в стране. Он заключается в том, чтобы написать письма из школ своего города, своего номера в другие города с идентичным номером школы. И тем самым наладить межгородские отношения школьников. Основная цель семинара – научить старшеклассников не просто придумывать красивые проекты, но и притворять их в жизнь. Ведь среди идей школьных советов есть немало интересных социальных инициатив.